Добрый день, дорогие зрители канала «Ваша дача». С вами Татьяна Башмакова. Сегодня я займусь пикировкой газании. Гацании тоже ее и так называют. И газания, и гацания. Я показывала вам, как я сеяла свои гацании. Видео, ссылочка на посев под видео. Здесь у меня вот гацания смесь, которую я сама собирала семена в 2016 году. Очень красивые были, разноцветные такие ромашечки. И вот два гибрида. Было у меня по две пачечки по 5 семян. Газания бронзовая и розовая. Вот я вам покажу результаты посева. Вот в эти ячейки, такие ячейки с фикс прайса. Но в этом году у меня уже таблеточек не было. Я просто их универсальным грунтом наполнила. И получилось, что розовой газании 8 штучек зашло, а бронзовой все 10. Сажала я их по 2 штучки в каждую ячейку. А вот тут, где много, это я досадила своей смесью. Немножко мои газании уже переросли. Пикировать я их хотела пораньше. Они были, вот можно здесь видеть, сюда тоже смесь посадила. Вот они такие вот были более толстенькие листики. Так вертикально вверх стояли, все было у них хорошо. Но они все-таки растут, на месте не стоят. Хотя освещение у меня очень хорошее. Газания очень светолюбивый цветочек. Она долгое время не тянулась. Но при такой густоте посадки все равно они остаются загущенными. Причем более такие вот слабенькие, как бы меньше им хватает грунта, больше не тянутся. Вот где площадь больше накопления этой зелени. И вот тут они прямо, у нее стержневой корень, вот можно видеть, они прям выпрыгнули из земли. Ну, то есть их срочно надо пикировать. Что мы берем для пикировки? Грунт я взяла такой же, как для петунии. Можете смотреть в предыдущее видео подробно о пикировке. Там я подробно говорю о грунте. Единственное, что я добавила еще к тому грунту полчасти песка. Так как газания растение африканское и солнечное. То есть она дает больше цветов в менее жирных, менее богатых грунтах. Естественно, поэтому ей песчаный грунт больше подходит. Как мы пикируем нашу газанию? В принципе, так же, как и все растения. Вот сюда я в цветные стаканы, я бронзовую распикирую в желтенькие стаканчики. В красненькие стаканчики я распикирую розовую, чтобы потом можно было отличить. Во все остальные стаканы я буду сажать газанию свою. Газанию смесь не гибридную. И так как у меня места на окнах мало, собственно говоря, почему я так густо и садила свои газания, вот густоту такую, чтобы на ранней стадии занимали меньше места мои контейнеры, тогда больше цветочков разнообразия можно под одной лампой. Но вот почему большие горшочки тоже можно по одной газании распикировать. Но я буду пикировать по 3. Вот в 2016 году я, когда выращивала газании, тоже у меня места не было. Я вообще в маленький такой стаканчик по несколько распикировала. И так их и высадила. Не стала разделять. Потом, конечно, они растут густовато. Но на ранней стадии это красота. Это огромные получаются букеты. Просто я сажала их подальше одну от другой. Получается, цвели они и те, и другие до морозов. И те, которые по одной, вообще газания, когда разрастаются, один куст становится огромных размеров и с множеством цветов. Но можно и вот так вот, по 3 тоже она хорошо сохраняется. Ну, теперь задача какая у меня? Добыть мои цветочки. Любимый инструмент для пикировки у меня ложка. Чем большая емкость, ложка столовая, десертная, маленькая емкость, ложка чайная, просто чем глубже мы поднимаем растение, тем лучше. Вот такой прекрасный корешочек. И можно сразу, вот, у меня немножко она недополитая. Сейчас ее полью, чтобы так грунт
И в ямочку сразу и прижимаем. Сейчас я прямо отсюда, чтобы другую емкость не брать, прямо отсюда попробую сухими их рассадить. В сухом коме тоже есть свои преимущества. Корешки так не отрываются. Здесь же земля рыхлая была. Принцип пикировки, он одинаковый для всех растений. Заглубляем по семядоле, если кто-то вытянулся. И обжимаем, обжимаем. И потом поливаем. Кому как удобно. Вот есть такое приспособление. Это специальный наборчик такой продается. Есть и для пикировочки, и такое тоже в фикс-прайсе купила. Из ячеек, как достаем, тоже можно точно так же ее поднять. Вот так вот все растения. В ячейках мои цветочки выросли очень даже хорошо. Они росли вначале даже крепче, чем в этих, чем контейнерах. Но потом из-за густоты, я там на видео, когда сажала, врила по 5 посею. Посеяла по 5, а потом добавила еще. Газания, кстати, всегда всходит на второй день, если нормально. Не буду сейчас эту рассаживать, так рассаживать точно так же. В ячейках еще можно вот добывать таким способом, что просто выталкиваем. Вот снизу, чем ячейки хороши, вытаскиваем снизу и сразу руками забираем. Аккуратненько все это. То есть, когда мы ложечкой, мы можем нарушить какой-то корешочек. Так точно так же разделяем. То есть, этот процесс... Вот, можете смотреть. Корни стержневые, но тут уже и мочалочка. Мы их каждую кладем в свою дырочку. А потом руками аккуратненько прижимаем. Стараемся, чтобы корешки не на поверхности были, а именно попадали... Вот эти длинные, ну, их можно и укорачивать, можно не укорачивать, они сами тоненькие потом отомрут. Газания не любит никакого застоя воды. Поэтому сейчас мы после пересадки поливаем один раз очень хорошо. Если грунт у вас достаточно влажный, то поливаем чуть-чуть. У меня грунт суховат, поэтому я полью хорошо один раз после пересадки. И дальше ждем, когда хорошо подсохнет грунт полностью. То есть она вообще, ну, ей не нужен застой, она очень хорошо выдерживает засуху. То есть от засухи она у вас не погибнет никогда, поэтому не переживайте. Это очень легкий выращивание цветок. Раз пикировала газаньки, то есть вот эту емкость маленькую и кассетки. Кассеты вот далеко не все. Получилось у меня... Три ящичка, тут и по три где-то сеянцы, и по два посажены. А стаканчиков по, примерно по 20 штук в каждом ящичке. Вывод какой можно сделать? Газании очень хорошо на ранней стадии вырастают до пикировки в маленьком объеме и даже в большой густоте. Хорошо, они хорошо рассаживаются, легко пересаживаются. И главное газанием условие, грунт должен быть не очень богатый и легкий. И тогда все будет нормально. Дальше мы будем наблюдать, как наши газаньки будут расти. Оставайтесь с нашим каналом. Кому информация была полезна, ставьте лайки. Всем желаю хороших цветов и до новых встреч!